Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами в Walmart. Значит, давайте выберем тематику, что мы сегодня посмотрим. Мы посмотрим носочки для мальчиков и девочек. Носочки разные, подороже и подешевле. Поехали. Привет, Лидоша. Ты зашел посмотреть, что уже на лето все выставили. Правда, лето никак не наступит, наша весна. Но вот здесь уже все для деток, все, что для бэкьярдов, уже повыставляли, вон повешали. Всякие штучки, надувалочки в бассейне плавать. Да? Пахнет чем-то. Smells bad. Ну, оно smells просто, наверное, это материал, из которого это сделано. Ну, это такой сквоши-сквоши, да? Что написано? Trencher disc. Foam material holds more water for splashing. А, это он воду, это как спонж такой, да? Oh, набираешь okay. воду, и он с этих дырочек, наверное, выплескивает, как бы что-то типа такого. Water, like, squish, да. Вот also, какие красивые стаканчики для питья. Всякие. Классные. По 4 доллара, эти по 5 покрасивее. Что, Эдоша? Вау, сколько здесь стаканов разных. О, май гад! Так, во-первых, нужно это все помыть, потому что вот это за 3 доллара, такие вот для коктейлей всякие штучки. Это такие типа маленькие, вот эти вот, чтобы тоже пить. Смешные всякие. Господи, чего только нету, чего только нету. А вот уже для лета всякие такие глечики. Класс, класс. Ой, есть еще что-то, что ты не знаешь про Roblox? Yes, I just looked up the... Все книжки всегда в Walmart по 40% скидки. Так что вот, всегда у них есть такой небольшой островочек с такими вот книжечками. А, вот, кстати, здесь еще вся канадская символика. Тоже можно купить. У них всегда есть такой стенд, но не все всегда знают, где он находится. Ой. Вот такой стендик. Все канадское. Чашечки. Даже есть рюмочки Торонто. И вот даже есть вот такое. Та-дам! Так, здесь вот можно делать самим, купить наборчик, делать мороженки такие. Всякие ice pop mold. Что, Эдо? Окей. Вот здесь даже такая кукурузку можно ложить. И вот так вот класть и кушать. Это 4 доллара. В общем, короче, всякая мелочевочка такая. Вот для мороженого такая набиралочка за доллар 50. Прикольно. О, господи. Сколько он стоит? Вот внизу он. Он внизу стоит, но нету цены. Короче, я думаю, Даша, что это стоит... Не, я думаю, что это стоит в районе 80 долларов точно. Причем, что там ничего особенного нету, кроме того, что на нем Fortnite написано, он большого размера. Угу. Игрушки. Что, так что, ты хочешь такой? Угу. Ну, давай купим, выбери. 5 долларов я тебе подарю. Спасибо. Зеленый не хочешь, синий хочешь? Вот такую штучку ставишь себе и можно высчитывать. У нас же Дошка купил, теперь все деньги насобирал на телефон. И теперь он может всякие программы ставить, которые трекают его шаги. I already did. Ты уже поставил себе такую программу? Oh, LOL dolls, so cute. I think I would love that. Такие баночки, такие кукольки. Вот вытряпывают с родителей денежки. 20 баксов. Кстати, вот неплохие вещи. Не все мы покупаем в Икее. Есть очень много вещей, которые можно купить в
в Walmart базовых, например, вот такая вот прикольный такой светильник. Видите, с маленьким столиком сразу у вас и столик, и светильник в одном. В общем, всякие оригинальные. Можно и расцветки найти, и формы, и цена доступная. То есть все в районе $50, $60 можно купить. Даже вот есть такой светильник за $24. Сразу у вас полка и сверху светильничек. Очень прикольно. Вот на этом больше видно. О, сверху вот этот светильник и внизу полочки. Тоже очень оригинально. $24. Ой, какие носочки хорошие, 8. Я знаю, что это для Гёлс и Доши. Смотри, какая лошадка, у нее даже грива шевелится. Вот такие носочки за 8,97, 8 пар. И вот это вот такие есть. $8. Есть по 5. И LOL Doll вот такие холесенькие за 6. Вот. При том, что обычно в магазинах вверху и внизу подешевле, здесь просто все дорогие. Вот здесь идут уже немножко подешевле. Вот 6 пар. Это Джордж. Это их фирма Walmart-овская. Бренд 5,97. 6 пар. Они, конечно, и носятся. Ну, вот эти цветные я не знаю как. Ну, возможно, прокрутся чуть-чуть слегка быстрее. Ой, какие хорошие. Тоже вот Джордж. Тоже их бренд. Посимпатичнее. 5,97. Но тут уже только 3 пары. Вот такие вот. Дальше что здесь есть? Какие бренды? Еще Атлетик. Это тоже их как бы более high-quality бренд, который у них продается. Тут тоже 6 пар по $5. Они поплотнее носочки. Вот. Это все для девочки мы смотрим. И вот эти считаются Fruit of the Loom. Вот эти вот они дешевые. $10. 10 пар. Вот. Это считается тоже такая фирма National, ее все берут и в Америке, и здесь. Вот. Это то, что касается по носочкам. Вот такая вот целый ряд носочков. Вот. Здесь еще есть вот такие даже леггинсы. Dance Tights. Вот. Даже с $7. Кто танцует у нас у балете. Такие вот можно покупать розовенькие. Есть вот такие всякие красотулечки. Вот такие вот. Ой, какие холёсие носочки с капкейком. Вот, $5, 6 пар. Вот, ну, в общем, короче, можно подобрать носочки по доступной цене, недорого. А вот даже 4 пары за $2. Вот эти вот неплохие. Я вот, возможно, и габулечки и возьму. Вот как раз ее размер. Ой, упало у нас что-то, упало. Поднимем, повесим. Поднимем, повесим. Назад, обратно. Вот, возьмем такие носолечки. 4 пары, $2. Так, а вот у нас для мальчиков носочки. Сейчас мы дошки тоже будем выбирать. Ну, в общем-то, принцип тот же, все те же бренды. Все те же абсолютно бренды, как и у девочек. Естественно, сразу расцветки помрачнее. Белые, черные, серые. Вот, из крутых. Что здесь есть из крутых брендовых для деток, для мальчиков? Посмотрим, что сейчас в моде. Не, ну вот, Майнкрафт. У девочек LOL Doll, у мальчиков Майнкрафт. Вот это вот Марио, Пау Патруль. Я не про тебя говорю, я рассуждаю для деток маленьких. Покемон, пожалуйста. Вот кто не знает из родителей, вот что сейчас модно, или, например, если дети выросли, вы куда-то кому-то что-то маленьким хотите купить, вот идут в Avengers. Avengers. А, значит, бренды $6, 3 пары, получается, носочков. Вот. Это кто у нас? Тоже какие-то. А, Paw Patrol, пожалуйста. Paw Patrol тоже 3 пары, 5,97. Ну вот. В принципе, можно подобрать. Можно подобрать вещи. Майнкрафт 5,97. Кому что. А можно и попроще. Можно попроще взять фирму. Вот, пожалуйста, тоже. Здесь $12, 10 пар для мальчика. Вот такие носочки. Но они поплотнее, мне кажется. Они тоже нормальные, нормальные. Нормальные. Вот, сейчас будем выбирать идошки. Вот мы выбрали вот такие вот идошки.
Вот эти голубые тебе понравились больше всего? Вот эти понравились. Ну, вытащи их, посмотри, какой размер, во-первых. Нет, тен это маленькие тебе. Тебе нужно брать 14-16. Уже, слава богу, доросли до 14-16. Ну, значит, твоего размера нету. Посмотри, чтобы это было 14-16. Если нету того, что ты хочешь, не будем спешить, подождем до следующего раза. Может быть, здесь. Нравятся эти? Посмотри, какой это размер. Надо сверить, что на штанах написано то же самое, что на этом. 14-16, да. Ну что, эти хочешь? Ну все, крутой пацан будешь. Вот нравятся сейчас такие шорты молодежи.